О май гад, стоп, стоп, стоп. Ян Хефнер Тур. Слава, что ты сделал? Айо, всем привет, дорогие друзья, с вами Влад А4, Дмитрий Клинчук, если вы не забыли, как меня зовут, давненько мы с вами не виделись, а именно я сейчас обращаюсь только к подписчикам моего YouTube-канала. Как мы видим, у Моргенштерна вышел ролик о том, как они делали альбом в прямом эфире целую неделю. Да, я пропустил этот хайп, уже все отсняли свои обзоры, там, реакции на его клип, альбом и прочее, прочее. И давайте приступим к Моргенштерну, конечно же. Всем привет, с вами Влад А4, Глен Кобяков. Ой, блядь, всем привет, с вами Моргенштерн, Саня Гандон, Владик Дитмарь. Что? О май гад, стоп, 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 50 секунд всего лишь. Меня переполняет монтаж. Я уже просто не успеваю следить. Столько кринжовых моментов. Ну нет, не кринжовых, а флексовых тогда. Ну, хотя нет, кринжовых, даже кринж вообще дикий. Дикий флекс, дикий кринж. Как сюда, написать вот альбом? Опа. Опа. Это... Ладно, всем плевать. А можно глаз сделать? Типа... Нет. На пианино или тут? На басу? На. На сосу? Колбасу? Еду на сцену на Мерси. Сука, везде только пиво. Понятно. Бич, да, я легенда, но мне похуй, если чё. Мы сегодня в бане, значит, будет горячо. Тупо, вот чисто русский рэп просто. Русский рэп — это самое легкое, что могло придумать человечество. Ничего легче не существует. Так, ребята, я пошел поднюхаюсь, блядь. Да я ссать хочу. А, у него петличка на нем. Точно. Вот так вот. Су, да, прям пенисом. Ручки помыл, блядь. Обычно не мою, но сейчас помыл, что, типа, ну, люди смотрят. Я хочу передать привет самому лучшему рэперу 2020 года, Моторола Шеф. Привет, а. Сука, да, ебать, Слава, вот это кач, нахуй. Вот это кач. А я помню, мне где-то в каком-то городе на митингрите чувак говорил, что на днях выпал из окна, блядь, на костылях пришел. А в слэм залетел? В слэм залетел, да, блядь. Мы его кинули нахуй туда просто. С костылем? Без. Правильно. Ну мы как? Мы как нормальные ребята просто костыли у него отняли. И говорим, ну ты, ёпта, не позорься. Нормально, слэмся. Чувак, ты не позорься, ты чё? Подходит к челу на улице, на костылях, отбирает костыли, и так же говорят, чувак, нормально ходи, ты не позорься, ты не позорь Россию, ты в России. Я хочу, чтобы меня с прогиба Саня кинул, пожалуйста, это моя мечта, да. Саня, кинь меня, Саня, кинь меня, Саня, кинь меня, Саня, кинь меня. Давай, Саня, кидай всех с прогиба. Ну как всех? Опа. Если вы мечтали отделать биты, зарабатывать сногсшибательные деньги, и чтобы все качали голову вот так под вашим узлом, а вы прораб, но вы совсем не умеете нихуя, приглашаем вас на курсы к Славе Мэрлоу. Ссылка в описании. Вы просто пиздец научитесь, все. Там не только биты научитесь делать, но еще и как... Танцевать? Да, еще как правильно... Флексить. Стрит
цветы, косить газон и строить мосты. Давать пизды. Если вы это видите, наверное, мы... Блять, весь кокос выплюнул. Жиза. На вторую ногу, кажется. Ребята, вот так. Ставь лайк, я наеду еще раз. А че? Моргенштерн, ты в соло трек сделаешь или все с этим микрочелом? Микрочел. Да, мне этого микрочела. И дай, давай. Гони этого микрочела. Хотел бы я побыть в роли меча. Концерты скоро. Young Hefner Tour. Билетов все меньше с каждой секундой. И, кстати, они дорожают. Не медлите и быстрее бегите. В описании бегите. Разъебемся! Мясо будет, мясо. Я аж заплакал. Мясо падает. Вот это концерт. Охуеть. Кстати, ребята, напишите в комментарии, ставьте лайки, если вы хотите, чтобы... ну и пишите комментарии, если хотите, чтобы я снял реакцию на весь его альбом. Так-то, ну, так как русский рэп — это самое легкое, что могло придумать человечество, поэтому я шарю в нем. Вместе с автором мы могли бы снять на полностью на весь альбом реакцию. Если вы этого хотите, обязательно напишите комментарии. Если вы этого не хотите, не пишите. Нет, напишите, если вы этого не хотите, а то вдруг я сниму, а вы, оказывается, не хотите. Саня Гандон. В описании есть ссылка на его инстаграм. Пишите это лучше ему в комментариях. Сбасили. Тупо сейчас все засрут. Я съел деда. Как же слава, это не проблема. Покрути. Это вот когда персонажа выбираешь в игре. Вот скажи, ты вообще вагину видел когда-нибудь? Это что? Пока. Бля, вот мой дедушка посмотрит. Так он мне сейчас звонил, прикинь. Слава, что ты сделал? Вчера собрали, кстати, охуеть, почти 90 тысяч. Я потратил деньги на свет, потому что у меня в квартире нет света, и я из-за этого ролики. Да, он до этого в темноте жил, представляете? А вы считаете, человеку свет в будку провели. Вы можете потом к нему подходить, каждый, кто донатил, на улице, и говорить: эй, ты не забывай, кто свет в будку провел. Было у тебя такое, что ты кому-то бит продал, и слушаешь потом, и такой: блять, ну и хуета. Скажи, Янг Хефнер. Это Саня. Саня Гандон. Пусть Слава отожмется 30 раз, пришлю 1000 рублей. О, ну давай, брат, заработай. Разозли меня. Мне надо, чтобы 30 раз... Ну и прическа, блядь. Ты не прическа. Так, дальше. Да, давай. И воняешь. По фактам давайте. Ты лох просто. Все. Раз, два. Гони косарь. Все, три раза отжался или два. Тикток. Спасибо. Удаляю канал я, кстати. Извините, пожалуйста. Извинись, пожалуйста. Я передумал удалять канал. Ебать, ты хуесос. Отвратительный человек. Ты пиздобол. И... А Морген Чмырь может написать музыку уже, а не парашу? Мне 12, и я пишу дикий трэп. Я что, блядь? Я по-вашему кто, блядь? Чтобы я, нахуй, я снимал пародии? Я серьезный артист, не блогер. Никаких пародий больше от меня. А сделай пародию на Джавида. Скажи что-нибудь по-джавидовски.
А, это Пачет. Так что, может быть, я тогда поеду на... Пачет. А можете для примера со Славой встать? Пиздец, вы что, цирковые обезьяны, что ли? Ну, 169 и 170, да, вот. Да. Тут тебе хук предложили. Давай. Если пляшешь ты в аду, то тогда иди в пизду. Груша, яблоко, полина, завали. Что? Эту строчку он взял из комментариев в чате. Если пляшешь ты в аду, то иди в пизду. Гениально. Да. А ты можешь сказать «Опа»? Опа! Опа! Почему Слава похож на Рому из «Счастливы вместе»? Да! Да, кстати! По-моему, я похож на барона. Я на сцене, я в Сургуте, мои братья пупсень-вупси. Её зад такой упругий. Мама, блядь, включи компьютер. Идем как зверь, блядь! Спасибо. Блядь! Нет, ну это не серьезно, а все-таки серьезный артист, блядь. Блядь! У меня как Call of Duty. Да, my life это картинки, то четыре украинки. Слава, извини заранее. Я на сцене, я в Сургуте, Слава мне сосет за бутер. Да что, неплохая строчка? Неплохо. Пишут, что клево вписалось бы в эту песню, которую вы сейчас делаете, Тендерлибая. Не надо. Тендерлибая? Да нет, вы что, она же стример, и, блядь, вы что, а я серьезный артист, я музыкант. Я музыкант и артист серьезный. Я серьезный музыкант и артист. Никаких фитов с блогерами и стримерами. Я серьезный артист и музыкант. Слава спрашивает, имеет ли значение, сколько лет человеку, который идет на курсы? Ну, это же от тебя зависит. Сколько тебе лет, да? Да, сколько тебе лет, я не знаю. Вообще не имеет. Хоть тебе два, приходи. Если сможешь. Каково это дружить с Саней? Тебе пишет Георгий, Алишер Гоуфит, мне тоже 14, и я пухлый. Бля, конечно, я бахнил, чувак. Я забыл. Бля! Перестань издеваться надо мной. Можно я послушаю? Бля, каждый бастил, чувак. Я забыл. Бля! Вот такой вот я, ублюдок. На мне кудри. Да, я кудрявый, а ты дырявый. Бля, я тигр. Я с тобой не играю в игры. А ты просто парень. А я пидор. Стоп. В этом, бля, лесу я царь зверей. О! Я такой крутой, пиздец. Я не так представлял свой выход вообще. Я люблю вино, смелым делает оно. Пью его, бля, каждый день почти он черт. Че за чай налил вино, сука, красное вино. Какая-то больная мелодия, мне кажется. Эфио, глифио. Кинестефио, one of my techio. Шарите. Басовый сок. А может нам сок напишет бит? Пиши. Давай. А ты знаешь, что это? Или ты просто решил куснуть что-то рандомное, что? Там. Я думал, это хуй. Подписывайтесь на канал Алишер Моргенштерн. Блин, я забуду машину. А как тебя вот это? Солевой ключик. У вас чича. Не, я хочу свой парт перезаписать, как-то у меня не очень вышло. Тебя записать? Чича. А вы звукорежиссер? Ну да. Сейчас сяду. Что?
Вы не подскажете, где здесь добрый день? Здравствуйте. Аборабон. Так, надо нормально стул поставить уже. А вы сломали? Неплохо получается. Давай еще раз. Reload, reload, reload. I want take him. Давай еще раз. Что происходит? У меня волосы, блядь. Волосы твои говно. Говно твои волосы. У него уже нет сил. У него уже нет сил угорать. Посмотрите на лицо Моргенштерна. Он просто уже все на исходе. Ну и надо... Энергии надо. Пью. Альбом готов. Готов, альбом! Oh, shit, man. И мы сделали легендарный, блядь, альбом! Yeah. Прям в прямом эфире. В прямом эфире. Посмотри, какой красивый. Какой красивый. Самый стильный. Слушайте, альбом выйдет он... Скоро. Выйдет он сильный. Он сильный. И красивый. Саня, давай. Я тот самый хит-мейкер, бля, чича. Хит-мейкер. Сделал рэп, сделал фристайл сгоряча. Сгоряча. У меня огромные мышцы, бля. О, да. Кстати, смотри, возгореться могу прямо сейчас. О, да. Я горю, и это фристайл. Меня самый ёбнутый на ютубе стал. В этом рэпе я давно, в этом рэпе я отец. А на Новый год себе я, бля, сделал холодец. Холодец. Эти лампы наконец-то! Я ставил сюда. Хоть какая-то рифма. Камеры я тоже ставил, блядь, сюда. Красава! Ставил. Звук тоже. О май гад, это мои уши. Звук я снял. Что? Легендарная. В общем, вот на таком дичайшем фристайле закончился этот ролик. Да, слушайте Ян Хефнер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам вообще, как вам альбом, кстати, Моргенштерна. Как вам альбом? Не этот ролик, а как вам альбом? Какая вам песня именно зашла? Или зашло, и не зашло? И почему? Обоснуйте, пожалуйста. И всем спасибо за просмотр. И я теперь постоянно буду выпускать ролики. Я не пропал. Пока!